Британский модельер Дебби Уинхэм делает последние штрихи к своему новому творению. Это свадебный торт в виде скульптуры с двумя шоколадными птицами в натуральную величину, украшенной жемчужинами. Дебби уже прославилась тем, что сделала самое дорогое в мире платье, расшитое бриллиантами. А после этого она вдруг увлеклась созданием роскошных тортов, которые также украшены драгоценными камнями. 3 года назад я сменила ткань на помадку и высокую моду на дизайнерские торты. Это произошло случайно. Первый торт Дебби сразу стал самым дорогим в мире. Он был сдобрен бриллиантами на сумму в 55 миллионов евро. В этом году дизайнер создала торт-скульптуру восточной невесты в натуральную величину. Ее палец украсило обручальное кольцо с бриллиантом в $1 миллион. Заказали такой торт клиенты из Объединенных Арабских Эмиратов. Я начала год эффектно и сделала арабскую невесту в $1 миллион. Ее показали на крупнейшей свадебной выставке в Дубае. Они заказали торт у меня, потому что знают, я создаю неординарные творения. А недавно дизайнеру заказали торт в виде Ким Кардашьян, причем в полный рост. Для Дебби это стало возможностью поэкспериментировать с новейшими технологиями. Я сделала трехмерное изображение лица Ким из съедобного материала. Это стало холстом. Потом я покрыла его помадкой и шоколадом, обозначила рельеф. Так что все это похоже на холст в виде ее лица. Это было нечто новое. Думаю, раньше никто такого не делал. На это творение ушло 10 дней. Когда скульптура была готова, ее украсили бриллиантовым ожерельем от Cartier и браслетом из изумрудов. Тем временем ожидается, что самым знаменитым в этом году станет торт на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Монаршая семья уже выбрала кондитера. Это Клэр Птак, владелица лондонской пекарни «Виолет». Она приготовит лимонно-бузинный торт из органических ингредиентов. Как он будет выглядеть, пока неизвестно. Но вот Дебби говорит, что испекла бы торт в виде Гарри и Меган в их свадебных нарядах. Она считает, что такой заказ – мечта любого кондитера.